Лекции, семинары, квесты и интерактивные игры – все это обязательная составляющая выставки. 10-миллионным гостем стал Константин Панфилов из Ярославля. В подарок Константину и его супруге вручили сертификат на путешествие в Мурманск с посещением первого в мире судна с ядерной энергетической установкой атомного ледокола «Ленин». Нет, это, конечно, было все неожиданно как-то. Ну, как бы сюда приехал первый раз, в принципе, вот. Тоже получилось как бы все спонтанно. Предложили, поехал. Все вот только зашли, вот буквально неожиданно такой сюрприз. В принципе, очень рад, то, что так получилось. Даже через полгода после открытия выставка пользуется огромной популярностью. Гости съезжаются с разных уголков страны. Секрет в том, что эту выставку делает вся страна, искренне. И все наши экспоненты, регионы, корпорации, министерства, спасибо им огромное, у нас нет ни одного равнодушного экспонента. И все наши посетители. Мы очень много общаемся, знаем, что нравится, что, может быть, хотелось бы улучшить. Напомним, по решению Владимира Путина работа выставки продлена до 8 июля. Экспозиция работает с 10 утра до 9 вечера со вторника по четверг и с 10 утра до 10 вечера с пятницы по воскресенье. Понедельник – выходной день. Вход бесплатный. Дарья Кондратьева, репортер 73.